Вот это уже лучше. Ой-ой-ой-ой. Ты смотри, что творит. Ой, хороший. Уважаемые друзья рыбаки, всем крепкого здоровья. Прибыл я сегодня на водохранилище для того, чтобы половить немножко на безмотылку. Нахожусь я сейчас на таком достаточно интересном мелководном участке. Здесь присутствуют корешки на дне, присутствует травка на дне. Также уже увидел в камеру несколько рыбок плавают. Закормил все луночки мормышем и сейчас пойду на первый круг. Кстати, парни рыбачат сегодня с Сашей и с Мишей. Ну что, Сань, как? Пока маленький. Маленький пока один. Вот красавчик какой. Сейчас пойдем у Миши спросим, что поймал. Тайны мудрого рыболова. На рыбалке повторов не бывает. На рыбалке повторов не бывает? В тот раз по этим лункам я уже 6 штук поймал. А потом у меня редкие поклевки пошли. У него это вообще 3-й или 4-й круг был. Это самый вот она на висячий. Оба! Висячий! Вот так вот. Трясти не надо, он клюет сам, оказывается. Надо больше говорить, любопытный был. Подслушивал, окунь подслушивал наш базар, все понятно. Ты смотри, я даже мормыша прицепил, потому что в лунке валялся, думаю, дай-ка я попробую, никогда в жизни не цеплял. А вот он, видимо, на стоячку и хапанул, слушай. Я поставил вот такую вот маленькую мормышку с пайеточкой. Это мормышка от Ильи Васильева. Вот, но она не с родным обвесом, а обвес вот я сделал сам, получается. Сторожочек чувствительный, такой достаточно быстрая игла. И вот моя самодельная балалайка. Леска здесь идет 0,085. Ну, будем надеяться, что если нам клюнет танк, то мы его все-таки вытащим. О! О, какая рыба хорошая. Ох. Ух ты, смотри, что. Ты смотри, что. Кто-то клевый, кто-то солидный. Леску тоже травит. Ты смотри-ка, что. Ух как. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Эх, убежал. Хорошая рыбка была. Грамм на 300, наверное, не меньше. Блин. Жалко. Ну ладно. Бьется как жестко. Вот нормальный окунек все-таки схватнул. Вот ничего, такая рыбка. Откуда пошел, куда? Видите, парни, какой кунечек клюнул хороший. Ну такого. Присосался на медленном трясе. Ну как, схватил. Жестко. Пойдет. Вот. Еще один, тоже хороший. Пошла жара. О, есть. О, пушка попала, ребят, нифига. Смотрите, как она заглотила. Ух, ё-моё. Как она сожрала просто мормушку. Вон что. В топке. Ага, на паузе. Вот канула. Ух, какая хорошая. Хорошая плотова. Паузе.
Класс. О. О. Все, попал. Попер. Вот. Давай, давай, давай. Опа. Кунек. Слушай. Хороший кунек. Ну что, ребят, можете меня поздравить. Сегодня 11 декабря 2019 года. Сижу я рыбачу. Звонит мне жена и говорит, то, что у меня родилась дочь. В тот момент, когда Алена рассказала мне о том, что у меня родилась дочь, я даже не знал, как реагировать. В голове просто не было какого-то осознания того, что я стал отцом. Я был взволнован, но в меру, рад и счастлив, но пока не понимал, насколько. Узнал у супруги о ее состоянии и состоянии ребенка и понял, что могу со счастливой душой продолжить рыбалку. На следующий круг я решил поставить мормушечку, вот такую вот, оливкового цвета, тоже это мормушка Ильи Васильева, вот она такой, с такой плоской гранью, вот, должна хорошо играть, вот, но обвес я сделал свой, вот у меня идет бусинка-арбузик такая, с красными прожилками на сережке, и ярко-оранжевый стопорный кембрик. Весточка тут идет у меня уже 0,121. И сторожок здесь идет карбоновый. И удильник идет самодельный. Ну, посмотрим, получится ли кого-то поймать. Оп. О, хорошая рыбка. Ты, смотришь, где? Кто-то. Да господи ты боже. Вот кунёк. Добрый попал. Не зря поставил лесочку потолще. Хороший. Ну какой. Вот. Сработала очередная мормышечка. Сработала. Вот это похоже получше. Давайте, бабусы, топайте домой. Эх ты, по губам. О, доел. Доел. О, вот тут. Заглотил. Ты кто? Ты кто? Опа. Поет. Мормуш покрупнее. О. О, 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 о. Какой хороший. Пошла мазута. Лифт кулячий. Четко. Четко.
Ну ладно, ну, вот серия из 5 окуньков. Еще 2 поклевки мимо. Давайте гадите, давайте пока ящик. Ну, хороший. Хороший. Ну какие. Ты кто? Вот это окунина. Взял как четко. Еще есть. Смотрите, какой у меня уже улов. Сейчас мы сюда еще водички нальем. На следующий круг пойдем. Потом отпустим всех. И, ребят, я сейчас, конечно, нахожусь в таком состоянии. Не понимаю, что происходит. Вот, потому что у меня сегодня родилась дочь. Я даже... Ну, обалдеть вообще, конечно, прям. Я счастлив. И в то же время не понимаю, что происходит. Вот такие вот эмоции у меня сейчас. Хочу попробовать еще вот такую вот марбушечку. Сделал обвес, в общем, бусинка белая, магатама. И такой розовый стопорный кембрик. Вот сейчас ее привяжу и пойдем ее трясти. Ух! Тут смотри, что делается. Вот, огонек. Вот это уже лучше. Ой-ой-ой-ой. Ты смотри, что творит. Ой, хороший. Ой, хороший, хороший, хороший. Мне и подлещик попал. На метре. Ё-моё. Кошмар. Вот это воткнул на опускание. Вот это да. Вот это трофеюга. Обалдеть. Вот это он дал. Лифт. Окуней подлещика с одной. Капец. Лещ в очередной раз стал вишенкой на торте и ознаменовал окончание рыбалки. К сожалению, у меня сгорела вторая флешка, на которой я записывал концовку, поэтому вы слышите мой голос в озвучке. Пойманная рыба была отпущена, рыбацкий кайф был получен, ну а я со счастливым сердцем и улыбкой поехал домой к семье. Всем крепкого здоровья, берегите себя и близких, и помните, семья прежде всего.